Приветствую всех подписчиков, зрителей канала. Компания Reebok берет начало с 1895 года, город Болтон, Англия. Основателем был Джозеф Уильям Фостер, который разработал первые шипы для обуви. А название Reebok компания получила в 1958 году. Это связано с Южной Африкой и происходит от слова «рхебок», что на языке африканцев означает «антилопа». Огромное наследие в виде различных силуэтов кроссовок получило признание с изобретением интернета. К примеру, Adidas успешно возродил популярный в 90-х беговой силуэт Falcon Dorf. Asics вывел на улицы городов Жель Каяна 5. В случае с Reebok главным символом того времени стал силуэт Астрек. Разработанный в 1992 году дизайнером Кристианом Трейсером, тем самым дизайнером, разработавшим ряд культовых силуэтов 90-х годов, как Nike Air Max 97 и Reebok Dayton DMX. Сегодня рассмотрим беговую модель Reebok Astrek 96. Верх модели комбинированный, выполнен из замши высокого качества и текстиля. Классический силуэт был дополнен рефлективной вставкой в носочной части, петлей для подтягивания языка и декоративными ремешками. А задник приобрел петлю для комфортного одевания. Также верх модели отделан брейдингом Reebok. Система амортизации создана в сотрудничестве с компанией HexGale. Так, в промежуточную подошву была встроена система амортизации HexaLite. Вдохновлением для создания технологии послужили пчелиные соты, имея вид шестиугольных клеток, которые, взаимодействуя друг с другом, устойчивы к нагрузкам и сжатию. Технология амортизации HexaLite в 4 раза эффективнее пены EVA и поглощают на 23% больше энергии, снижая риск получения травм. Резиновая подметка с рельефными рисунками придает хорошее сцепление с поверхностью. Также модель имеет разные расцветки. Носить рекомендую осень-весна, цена 7000. Отличная классическая беговая модель придаст легкость и комфорт, а также дополнит спортивный образ. Ставьте лайки. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.